В Омске снова подорожал бензин на АЗС компании «Газпромнефть». Цена за 92-й выросла на 10 копеек, на 95-й, 95-й G и 98-й на 20 копеек. Отмечу, это уже второе повышение в этом году. Если обоснованность подорожания топлива в ведении антимонопольной службы, то его качество активно проверяют новосибирские общественники. Их пресс-конференция прошла в международном пресс-центре МКР-Медиа. За 25 дней активисты проедут 10 тысяч километров, побывают в 20 городах. Результаты уже впечатляют. 40% бензина и 60% дизельного топлива в стране – контрафакт. В Омске общественники не рекомендуют заправляться на АЗС «Мостовик», там качество дистоплива вызывает много вопросов, а на заправке «Октан» и к солярке, и к бензину есть нарекания. В целом же Омская область расположилась в середине рейтинга регионов. По качеству топлива возглавляет его Казань, а замыкает Республика Дагестан. Рядом с нашим регионом – Новосибирская область и Тюмень. У нас примерно одинаковое количество самоваров, так называемых. То есть в Тюмени есть самовары, то есть это те самые заводы, которые производят топливо, без уплаты акцизов. У вас есть такой Крутогорский НПЗ, если не ошибаюсь, даже возбуждалось уголовное дело за неуплату акцизов. У нас такая ситуация по Бирскому НПЗ. Там у нас олигарх, это в пригороде Бирском, как аналог Крутогорского. А у нас есть Кочневский НПЗ, который формально легальный, но по факту, по нашим запросам, дизельное топливо и бензин не производит, а именно печное котельное или какие-то газовые фракции.